Ну, а сейчас попросим подняться ребят на сцену, которые на входе получили бумажки с номером 1. Есть такие? Поднимайтесь, пожалуйста, на сцену. С номером 4. 4. Номер 4 есть у кого-то? Можно мне, можно мне. 4, да? А парень с номером 4 у нас есть? Ладно. Номер 7. Супер. Номер 9. Отлично. 23. 23 есть такой? Нет. Давай, выходи. Итак, итого у нас две пары. А 23 только один, пожалуйста? Больше нету? Мальчики, посмотрите внимательно. Может быть, у вас там 23 завалялось или 7. Ладно, два добровольца из парней у нас есть? Или сколько? 3. Нет, 2. Ну, пожалуйста, кто-нибудь. Мы не серьезно. Ладно, тогда, пожалуй, попрошу из нашего реквизита, пожалуйста, вынести нам двух парней. Смелых, добрых, ласковых. Как это один только? Иди, давай к нам. Ты говорить будешь, ну хорошо. Ну ладно, давай. Ну, в общем. Итак, у вас вот ваша пара и, соответственно, ваша пара. Ну а теперь я передаю слово Дмитрий тебе. Нет, нет, нет. Ладно. Каждый видит любовь по-разному. Каждый рисует и пишет о ней по-своему. Сейчас вам всем, ребята, предстоит показать любовь в виде статуи и придумать ей название. У вас будет немного времени подумать. Надеюсь, что вы готовы. Да, и всем... Надеюсь, готовы, да. И мы с нетерпением ожидаем их увидеть. Да, ну... А кто, можно какую-нибудь на фон музыку, пожалуйста? Это совсем как-то грустно. А, ну, давайте, где ваши статуи? Давайте все вместе. Давайте, раз, два, три, встали, вот. А ты... Ой, ладно, вы так можете? Мне нужно просто всех спросить. Все, пока расслабьтесь, к первой подхожу. Теперь еще раз. Еще раз нальбись. Раз, два, три. Итак, все знают Катя. Пожалуйста, прокомментируйте, что, какой порыв несет ваша статуя? Скоро сближать. Ну, собственно, спорт сближает. Любовь и спорт всегда рядом. Ладно, спасибо. Давайте еще раз повторите, пожалуйста, на вис. Так, понятно. А теперь прошу прокомментировать. Что означает вот этот ваш задумчивый вид? Типа судьба, если вы встретились. После долгой разлуки. Типа судьба. Ладно, и третью напись, пожалуйста, повторите, это было, по-моему, самое эффектное. Вот. Отлично. Можешь ставить, отлично. Никита. Никита и Дана, прокомментируйте, пожалуйста, ваш статус, что это означает? Предположим, я несу ее к алтарю. И у нас... Прям несешь на руках. Прям несу к алтарю. Вот не я сказал, через мост или с ним. Несу ее через мост. Что ты, как ты можешь прокомментировать то, что несу тебя к алтарю? Она согласна! Комментируем. Итак, давайте поддержим аплодисментами стату, которая вам больше всего понравилась. Стата номер 1. Спасибо. Номер 2. И номер 3. Ну, по-моему, у нас нету четко выраженного лидера, поэтому все молодцы, спасибо большое за то,